Всем доброго дня. Для тех, кто занимается самосборкой наших теплиц, всем при продаже мы говорим, что инструкции как таковой в бумажном виде на легенды нет. Есть только на теплицу общая, под поликарбонат. Видео огромное количество, если надо что-то, я снимаю. Прямо вот на образце или с монтажа ребят прошу. Вот смотрите, есть два вида торцов на легенде. Это сдвиг, у него идет смещенная, видите, стойка, смещенная на 2 сантиметра. Когда идет глухой торец, у него идет стойка цельная доверху, без смещения, потому что ставится стекло. Дальше. Больше отличий по торцам с дверью или без двери нет. Но если вы, например, хотите вставить окно в торец, только надо тогда заказывать торец такой же под дверь, и надо еще перемычка идет 40 на 40. Ничего сложного нет. По двери. Двери мы, я отправляю специальный эскиз, по которой дверь можно заказать любой стекольной компании, кто занимается люми. Она идет из Z-образного профиля. Что это означает? То есть вот, Z-образный здесь выступ, да? Вот обратите внимание. И вот здесь выступ. То есть она держит стекло. Вот видите, стекло прижимает. Вот. И это называется Z-образный Татпром 40-й профиль. Здесь его крепить очень просто. Сверлите сверлом и обычный саморез любой. По дереву даже желтый, пятерку. И прикручиваете. Вот видите. Ну, можно сделать по-другому еще делать. Можно здесь рассверлить, загубить его больше, а здесь поставить заглушечку. Если так красиво делать. Видите. Ну, ни он не мешает ни двери, ничему. То есть можно вот такие заглушечки сделать, купить в магазине. Но это сверлится по месту. Также, если вы где-то покупаете, все это вот эти вот пластины, все регулируется под замок. Следующий этап, если вы залили по нашим фундам, мы рекомендуем, например, 3 метра шириной на 3,05, чтобы по 2 сантиметра, 2,5 сантиметра выступало, и бывают очень кривые фундаменты заливать. Здесь снизу ставится, который идет в комплекте, уголок 50 на 50, на него опирается стекло, внизу одевается резинка с хвостиком, уплотнить, ну вот резинка. Здесь надо будет проклеить под стекло самоклеющуюся резинку, здесь под стекло. Потом, значит, здесь перелив идет, и вот этот уголок декоративный, который держит верхнее стекло, он крепится, видите, на саморезы, насквозь. Вот они идут, видите? Сверху уже. То есть получается перелив, то есть стекло, перелив, и сверху потом стекло, и потом только планка. День. Теплица легенда. Если вы собрали каркас, следующий этап, то есть каркас собрали, вам нужно будет прикрутить конек, только обратной стороной, который, видите, он внутренне покрашен. Крепите на клопы. Потом отливы. Отлив — это уголок 50 на 50 с наружной покраской. Внутри он серый. Видите? И загиб у него идет внутрь. Вот. Выставляете и крепите его временно на клопы там. Вот здесь он получается идет с перехлестом. Видите, какой перехлест? Вот. Где-то 5 сантиметров. Здесь должен наклоп. Ну, такой это второй этап после конструкции. Третий этап. Начинаете ставить стекло на стенах, на торцах. Ну, Леня ставит на торцах стекло, потом начинает крыть стены. Потом уже в самом после, потом ставится вот тут перелив. Вот он тоже идет 50 на 50 с наружной покраской. Потом только в последнюю очередь ставится декоративный уголок. Диагонали, вот они, ставятся по углам. Следующее. Уголок, который 1,20 м идет, это обрамление форточного блока. Видите, вот он стоит. И подрезается, и загибается вовнутрь. Обратите внимание. Видите, вовнутрь загнут. Вот и все. Все отлично. И прогон. Прогон вот этот, который лишний у вас стоит, это на форточный блок, чтобы установить автоматы. Видите? Thank you.